Ребята, многие спрашивали, где у меня живет черепашка Соня. Вот я вам хочу показать ее дом. Это террариум. Террариум из такого прочного стекла. Нанотеррариум называется. Здесь ручки. Вот с двух сторон открывается вот так удобно, прочный материал, здесь для воздуха отверстие, вот она сама Соня, вон она, на дне у нее такой специальный песок. Я вам покажу позже коробку, как она выглядит. Вот это такой кокосовый субстрат. Здесь у нее кормушка специальная, купленная в зоомагазине. Руккола. Огурчик положила, но огурец она особо не ест. Очень любит листья салата зеленого. И вот руккола ей понравилась. Закроем, чтобы не сбежала. Шучу, шучу. И ой, вот это стеклышко немножко, дверька туго открывается. И вот такой вот купила я, как у меня дома смеются, говорят, ты что, сарай купила ей? Вот такой вот домик. Укрытие, но она пока его как-то вот еще не обжила. Эти листья надо просто убрать. Сонечка, как ты там? Осталось мне купить ей инфракрасную лампу инфракрасного излучения. И тогда у нее все будет тут в ажуре. Любит она купаться раз в неделю. Я ее купаю в теплой водичке 30 градусов 15 минут. От 15 до 30 минут принимает она ванны. И еще купила ей кость каракатицы. Вот так выглядит. Здесь две штучки. Не помню, сколько стоит. Но не дешево. То ли 7 евро, что ли. Кость каракатица полезна. Во-первых, она получает кальций, с этого необходимый ей для укрепления костей панциря. И она стачивает клюв. Да, не удивляйтесь, называется клюв у черепахи. Стачивает вот об этот камень. Сейчас мы положим его туда. Я одной рукой смогу открыть? Наверное, нет. Так, ладно, сейчас так он выглядит. И просто положим ей сюда в клетку. Она будет его стачивать, свой клюв, об эту кость каракатица. Так, ладно, Соня, спишь? Спи. Не буду тебя тревожить. Вот так вот. Такой вот домик. Черепахи, оказываются, такие животные, которые любят жить одни, такие единоличники. Им компания не нужна. Так что надеюсь, что она себя хорошо чувствует. Скоро будет лето, будем рвать ей одуванчики, подорожник. Это тоже она очень любит. Причем, видела, у меня раньше была черепаха, она с удовольствием не только листья, но и цветы ела. Вот так. Ну, я обещала показать песок. Вот специальный песок для террариумов, для рептилий, для черепах, для хамелеонов. Ой, как называются эти маленькие гекконы?
для геккончиков. Они разные. Здесь 4. Нет, сколько здесь? Сколько здесь? 1,5 килограмма здесь стоит 3,30. И есть большие такие ведра. Аж по 5 или по 8 килограмм, что очень большие ведра. Я пока взяла вот столько, хватит ей. Менять нужно по мере загрязнения. В этом было 2 пакетика. Так что вот.